А если не будет ни принца с конем, ни замка? И в твои 35 никто тебя не спасет. А в мире мужчин ты просто еще одна самка. Оценят, как вещи, емко ответят. Сойдет. А если не будет кольца, безусловной любви и платья? В лучшем случае быт, одиночество, скучный секс. В приоритет у него мама, пиво, футбол и братья. Жизнь с тобой — это просто условный рефлекс. А если не будет такого, с которым в огонь и в воду, чтоб за ним как за каменной будто стеной, чтоб ради него и не жаль потерять свободу, и душа только с ним обретает покой. А если на этой земле любви не осталось вовсе, ее заменили развратом, выгодой и вранью? Это чувство, пожалуй, уже не нуждается в спросе. А если мы все окончательно пропадем?